Ну, надо сказать, что зоопарк в Познане действительно большого размера. Интересная экспозиция, потому что он находится в живом лесу, в котором вольеры не создают такого гнетущего впечатления. Животные находятся не в компактном расположении, а, ну, скажем так, вольеры имеют достаточно, ну, достаточное пространство и находятся достаточно на большом расстоянии один от другого, что, ну, нет такого впечатления, что ты ходишь по какому-то забитому месту, тесному, забитому месту, неуютному. Территория очень большая, ты ходишь по лесу, среди, ну, то есть внутри которого вот эти вот вольеры, клеточки, они сделаны таким образом, что ты переходишь от одного животного к другому через лес. Поэтому не создается гнетущего впечатления, как я говорил, не создается такого неуюта. Вот, там у меня за спиной бегают слоники, это слоновник. Вот, конец апреля, еще не жарко, но слоны уже на улице. Если что, здесь есть вот закрытый вольер, то есть слоны доступны к просмотру круглый год. Ну и чтобы вы поняли, за мной вот сосновый лес. Там за спиной у меня где-то метров через, наверное, 200, а то и больше, находятся медведи, тигры. А, тигры сначала, а потом за ними медведи. Ну вот, слоны начали подходить. Вон они, за спиной у меня. Интересное место, рекомендую к посещению. Кстати, для удобства здесь есть и семейный билет, то есть два взрослых и трое-четверо детей. Стоит билет 50 злотых. Плюс можно купить семейный билет на целый год, он стоит около 100 злотых, пожалуйста. Цена двух посещений. И можно ходить целый год, наблюдать животных, как хоть каждую неделю, хоть каждый день. Класс!